находимся мы в красивейшем месте, на землях бывших финских землях. Очень красота, хорошо, солнышко, прям душа радуется. Сейчас поедем, прикормим леща, чтобы можно было половить на удочке. Лещ вроде крупный, как гуляет там, но пока не видно то, что здесь камыши. Солнце светит, вот, все по обстоятельствам будет видно. Так что это, погодка очень хорошая. Андрюха у нас сейчас это, делает обкат 5 лошадиную силу у движка. Сейчас, подожди, директора доберу на борт. Красота, о, природа. Так, все, Андрюха полетел. Чем едем, он говорит, давай там. Куда вы едете? Там, ну, на рыбу. Вы плывете, вы идете. Вы плывете на лодке, идем. И тут вдруг, короче, раз рыба такая, мошка плывет такая, рыба ее хватает. Привет, Михалыч! Я сначала не понял, ты прикол какие-то. Другая рыба такая, раз опять скакивает. Михалыч, а ты что тут делаешь? Заходи, ёпта. Блять, я так уеду, блять, думаю, блять, нихуя себе парень в авторитете. Его даже в Выборге в Зимино знают, представляете? Сказал ежик, спускаясь по кактусу, блять. Ну что ты, рыбе по хвосте дал или по губам? Даже сетку ставим, хуяк, рыба такая, раз встала, стоит. Михал, это, я Михалычу говорю, а слушай, а что она стоит-то, блядь? Она всплывает, Михалыч говорит, хуйня, завтра заеду, блядь, в карету, блядь, туда, заплыву, сегодня пока не готово, у нас, говорит, это, чики-пики, или как там, блядь. Так потому что охуеть, я когда, так потому охуеть, что я когда знает, уплывал, блядь. Потому да что я им сказал, блядь. Друзья, я скоро вернусь, так тебе каждый, а прошло 7 лет, я вернулся. Так они рады-то, я приплыл и вернулся, понимаешь? Мы когда подплыли, они даже аккуратно в сторону, Михалыч, сегодня вся рыба наша будет. Я бы сказал, что вы зовите своих всех, короче, к нам. Этот сундук пуст. Ну все. Давайте за Михалыча друзей. Да. Этих, с плавниками красными. Пойдем и снова будет. Путем земным и праведным, небесным ли путем, где хоживали прадеды, и мы с тобой пройдем. Оступимся, заблудимся, или в бездну упадем. Долги отдав, откупимся, и снова путь пойдем. Уходи туда сзади. Все.
Серега, слушай, а Михалыч не видел? Где Михалыч-то? Михалыч сейчас придет. Понятно. А что, его там вроде говорили, как это рыбы какие-то звали его там. Да, его рыба спрашивает там все. Андрюха то? Так они с Андрюхой что ли уехали, да, с ними вместе, с рыбами там? Да, да. Тему какую-то решать там. Ну, кого завтра поймать? Ну ладно, давай, короче, спи. Все, комарам привет. Давай, закрывай, конечно. Короче, все, он спит, короче, там, мы закрываем, блядь. Только это не Михалыч, у него похожий голос, это Андрюха разговаривает с Серегой. Все. Че? Бля, там-то конкретно заросло, блядь, но там уже не выплывешь. Видишь, так ног сросся. Так раньше там мы сюда плавали, да, там. Да, да. Туда. Да, это мелко. Слушай, ну да, мелко, кстати. Вода опять здесь. Ушла вода, да, сегодня ночью? Да, да, да. Стоит, видишь, на шишку тоже. Хорошо, Андрюха, здесь тоже на острове, здесь прикольно, вот это место вот. Вот он. Прикольно здесь тусоваться. Здесь вот. Не, ну на острове, да. Надо аккуратно с ней, но с ней, да. Много с ней, да? Да, мы как-то несколько раз выходили, они прям до места. Молодец. Ну смотри, там тоже, да, вроде? Большой, тесный. Чайки.
Слушай, да. Мелко здесь, да? Да. Ну, как не мелко, да. Ну слушай, метр полтора. Да, вот сюда подведем, он там на камень. Смотри, хороший камешек. О, дергается. Ой, вот здесь что-то, да, слушай, на жерлицу щука у тебя попалась здесь, щука на жерлицу. Сколько ты поставил здесь жерлиц? Может, ее оставим или как? Да, блядь, ее плывут. Ты возьми... Ее тебе не плывут, ее тебе намотают, вот поверь мне. Возьми, слышишь? Михалыч на камень так высаживает. Давай куда-нибудь, тут хуй знает, здесь хуёво, там хуёво. Ну давай пустим сейчас ее, вон там тоже что-то утоплено опять. Про это, вот, про вон там, возьми, протряси чуть-чуть. Ну уберем сейчас на выходные, так я ее в кучу сниму. А, слушай, вон там, вот видишь тоже. Мы ее в пакет мокрый сложим, чтобы она быстрее. Вон, знай, какая гагара плывёт. Это, а что это за птица такая? Все, нырнул. Приплыл на необитаемый остров. Необитаемый остров. Большой камень. Большой камень. Где у нас там чайки гнездятся, чайки гнездятся. Жерлицы мы поставили. 5 штук, 8 штук на щуку. Так что должны будут попасться. Что-то, да, попадется. Что-то 100%. Красота, хорошо. Уже здесь уже на камне уже сидим, уже сколько уже, сутки уже. Все, выплыть никак не могу. Смотрю, короче, рыбаки тоже плывут. Мужики, здорово! Ну что, это, слушай, это подкините обратно до берега. Уже сутки сижу здесь и никак не выплыть, короче. Мужики! Есть билет на балет. Да ладно, все нормально. Утро хорошее, кофейку бахнули, короче. Жерлицы проверяем, все хорошо. Все под контролем. Главное, браконьер у нас всегда присутствует. Ну и главное, браконьер тоже есть. Все на месте. По ловле на жерлицы щук. Чтобы вы не путали. Да, погодка еще хорошо. Хорошо, хорошая. Красота, погодка хорошая. Все шевелится. Тебе надо было взять этот Михалыч, тебе надо было взять палку. Тю-тю-тю, малыш. Вот, Ваня, твой любимый камень, в твоих любимых местах. Как раз место здесь и есть. Камень не холодный, теплый, так что вообще все хорошо, все под контролем. Твоя протока это любимая. Егор, тоже твоя протока это вот, самая любимая. Наверное, ты помнишь эти моменты, когда мы здесь, помнишь, приехали зимой здесь, бензопилой пилили здесь полосу. В минус 3 градуса, потом сидели мы с тобой. Это. Тушенку ели, жгли костер и мерзли с тобой под деревом. Без палатки.
Так что, Гоба, чайки кричат, чайки ждут, говорят: Гобыч, ты где, ты где? Почему Михалыч с собой не взял Гобу? Я говорю: ну, он сказал, приедет сегодня в пятницу. Вот, на нерест. Да. Там это еще есть такой большой камень, он там вдалеке. Вот. Тоже хорошее место. Классно. На камешек лег, здесь загорать можно вообще просто. Идеально. Даже поприседать можно здесь, под соточки. Сейчас проверим жерлицы, посмотрим, что как там. Рыбки на уху чуть-чуть взять хотя бы, и все, и классно. Нет? Хорошее место здесь, кстати, вот загорать именно вот на солнышке. Сейчас солнце вот выйдет немного вот с горизонта вот туда вот. И здесь вообще идеально. Еще финские камни. Очень здорово. Очень здорово. Вон там утенок маленький еще плавает. Вот такой, народ. Вот такой масенький. Там далеко у нас это. Финский залив уже. Приморский порт большой тоже. Здорово. Камень тоже большой, где-то 1.4 метра высотой. Там еще когда-то давным-давно еще снимался фильм «Националист русской охоты». Вот там вот, за тем островом, именно та беседочка вот. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, ты что, потерялся, что ли? Тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю-тю, тихо-тихо такой, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, малышонок. Иу-иу, знаешь так, иу-иу-иу. Плавают маленькие-маленькие. Кстати, змей здесь очень много, когда они именно сами выползают, змеи, вот на эти камни большие вот. Thank you.
залезть хочет. Ну, давай, давай, прыгай, залезай, 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 залезай. Утёнок, ну-ка, ти-ти-ти-ти, кто такой хуйный? Залезай, 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 залезай. Упал. Иди сюда, иди, иди. Иди, иди, плыви, иди на камешке, иди. Иди. Иди, не бойся, иди. Давай, 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 иди сюда, иди сюда. Иди сюда, не бойся, давай. Прыгай, залезай. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Замерз, что ли? Ну, дикая природа с дикой природы. Здесь я тебе помочь ничем не могу. Это. Иди плыви к маме. Плыви, скоро вырастешь, подрастешь. Приплыл мелкий, хочет залезть на камень. И все не может. Я говорю, не надо на камень лезть. Лучше плыви, потому что нельзя нарушать ничего, трогать руками, потому что все-таки дикая птица. Мелкий такой. Тю-тю-тю. Сейчас еще раз сфоткаю его. Чего ты, малой? Чего ты, малой? Холодно, замерз чуть-чуть.
Он что, согрелся? Согрелся, мелкий. Тепленько. Ну, тем холодный, вот нагрелся, тепло хоть. Тимосенький. Замерз совсем. Масенький, вот такой масенький плавает уже. Я его на камешек посадил, чтобы ему тепло было. Да? Ку-ку-ти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 
Тю-тю-тю. Ну хоть тепло, хоть ему в ручке держим. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тепленько хоть. Это пусть посидит на камешке здесь. О, тети, ну давай, давай, тепло хоть, давай. Ой, давай. Пусть мама придет, заберет его. Так. Сейчас, короче, Алёху отвезу. Слышишь меня, тебе говорю? Да, слышу, здорово, мужики. Ну что, как, есть что-нибудь это по рыбе-то? Пчелок наловили. А это, они судак есть, есть на жерлице троллинг? А? Троллинг был у нас, судак на троллинг, был что-нибудь? Да, да, да. Отлично. Ну давайте, мужики, давайте. Да буебина. На мелко поеду на комаринный пуль.
Главное, у нас рыбак браконьер едет у нас. Но он не браконьер, он чисто по тролли. Тролли. Наше русло, в русло въезжаем. Андрюха у нас это штурман. Фарватер, да, чисто мини-фарватер здесь прорублен. Рыба-чайка. Мелкая рыба-чайка. Видишь, да, чуть-чуть ушла, мне кажется. Первый пошел. Андрюха пошел, мы за ним сейчас. Андрюха, ты готов? Так и мы с Лехой потихонечку тоже погоним. Сейчас движок чуть прогреем. Я чуть-чуть по боку, да, Андрюха, здесь вот, да? Облик заморали! Приподними. Прикольные фоточки там, залезть туда вот. Ну да, да, на него залез хорошо там вообще. Я на любой зарезал, когда приезжал сюда. Высотой где-то метра, наверное, 3-4. Чайка сидит.
А, слушай, вот она что и слетает, потому что на Орала мы проплывали здесь, да, с Андрюха. Видишь, там у нее этот. Детеныш на большом камне. Вот она и орала. Ну да, камень такой солидный. Сейчас мы ее залезем. Фарватер, блин. А? Да этот фарватер, так все знает, где тут эти камни сидят. Видишь, налетает это. Ага-га! Кар, кар, кар! Смотри, смотри, да? Нападает, блин. Может, не будет залезать на нее? А? Не, она меня. Она нападет на меня. Потому что, видишь, она большая, это реально нервничает. Ну ладно, проплыть по кругу, может, пока чуть. Давай, давай, что, потому что она, видишь, пока здесь детеныш она. Не, мы не будем залезать на камень, потому что я передумал. Слышь, слышь, она вообще, короче, здесь прям это, в бой идет. Это. Она прям это накидывается реально. Так что мы отсюда пока уплываем. У нас нет палок отбивания. Да, большая. Смотри, 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 тихо, тихо. Оп. Она прям пролетела от тебя, это метр. Это. Да. Охранять детеныш. Это фарватер хочет того, допустим, да, или нет, как? Или так? В общем, финские места здесь очень красивые, прикольные, камни. Кто бывал здесь, знает, здесь вообще много островов. Там у нас фарватер. Который у нас доходит до выпуска в порта. Кстати, очень вообще хорошие места, вот сейчас сфокусирую. Финский восход. Каменные берега, камни еще большие, еще острова. Место, где вот именно такая беседочка, вот где там снимался ролик этого фильма. Сейчас мы с Алексеем туда доплывем, посмотрим, как там. Хотя это сам там тоже ни разу не был. Но посмотрим сейчас. Места хорошие, красивые. Все хорошо, все по кайфу. Туда куда-то случайно или туда уплыли?
Вон или там, вон. А вы туда, да, сходишь сплавать? Сетка вон там. Пойдем. Вот так, вон там пройдем. Поближе. Рыбаки, привет! Вы, короче, поплыли к Кузнечу на кордон. Тоже неплохой остров, да, здесь такой, поляночка высоко, красиво здесь. Сейчас все, подъезжаем, туда залезем. Кузьмича с нами нет, Михалыч есть. Русская рыбалка, русская охота. Сейчас все, подъезжаем к нему, поднимемся. Леха нас рулит. Да я думал, может здесь где-то прошуртоваться где-то, как удобно. Залезть туда. Ай? Да. Здесь, да, это было, по-моему? Немножко это. Уже, да, уже? Конечно, устарел. Давай где-нибудь туда прорву, может, перепарковаться, может, я выйду там, да. Будешь тоже ходить-то, нет? Я тут все знаю. Фоточки там прикольно можно сделать, кстати, ну. Я там выйди, походи, потом обратно. Ага. Так, прибываем, причаливаем мы. Буточка, конечно, постарела чуть-чуть. Ну, сколько лет-то, конечно, прошло, но все равно. Вот здесь у нас был фильм «Националисты русской охоты». Снимался. Красота, красота. Кузьмич! Кострю, сейчас мы прогуляемся на этот, вблизи покажем. Место это приближенное. Снятого фильма «Националисты русской охоты» Кузьмич Михайлович, и кто снимался. Вот. Здесь грандиозная беседочка. Беседочка.
Постарела уже, правда, беседочка тоже здесь красиво сделана. Все это финами давно еще. Все здесь в камнях, красота. Вот эта беседочка. Здесь еще по фильму стояли столики здесь и были. Вот. Такое же, конечно, все состарело уже чуть-чуть. Здесь все это сцена происходила. Вид, конечно, здесь хороший. Отпусти его, не переживайте, плыви, да, у него. Мелко. Ух ты, хороший кусок. Поиграться. Можно будет там так. Можно еще проплыть, да? Да, еще проплыть.
тебя зарядка есть, да, Леха, машинки? Если что, я хочу телефон полностью зарядить. А тот цыпленок все так и сидит там на камне, вон. Там, видишь, тоже ловит он, тоже там в катер стоит. От сам... А, там лодка, смотри, какая. Так он и говорил, то, что да, какие-то там тоже плаваешь, на удочку что-то, да, там? Там еще наша еще стоит, еще там. Куда вот? Позже, пока не уеду, да? Ну, да, блядь, сейчас конечно, совсем правильно. Он хотел поставить пока вот эту, здесь именно вот палка, видишь, у вас идет вот здесь? Ну, похоже, он сейчас приедет, сейчас я скоро приеду, да. Поставим с ним. Потому что они, слушай, они просто ловят на эти, на удочки. Да, понятно. Да можно пока что, прокатиться просто. Я боюсь, как бы горючка прокатиться. А, в бакет? Нет. Думаю, на веслах обратно. Горючка не кончится. Сюда-то ее я рассчитывал, что сюда нам хватит. Сейчас развернемся. Или можешь и два, это прокатимся вот так вот, чисто, и обзоры. Да, там разведемся. Пока не интересно, он с тобой навёзку для обзора. Не, не, я имею в виду то, что вот, вот это, и там сделаем разворот, развернемся. Так, а чё, я тебе скажу, можно, приз, еще я прицеплю, ты пойдем. А потом мою туда поедет, и все, когда не уедут, может, стоим, прокатимся. Здесь-то не видно, ну что это. Да, да. Красота, сейчас на солнышко выплывем. Тихо, тихо, тихо. Что такое? Да, да, давай сидим. Стало чуть-чуть, да?
сюда. К дереву. Если что, как бы, если там ничего галяк, да, переставить именно вот по трясине, вот так вот, короче. Там говорили, когда мы вступали по дереву. А, да. Палка. Леха снимаем, подвозим. Леха будет еще нормально там, когда ехать сейчас будет. Сейчас подумай, крякка, чпокаю. Слишком сильно не чпокай, Андрюха. Сейчас тройник сделаем. Галк валяет. Стрекоз только много, да, появилось сразу? Погодка хорошая, выплываем. Сейчас поедем судачка ловить. Красота, тепло. Плавали мы на лодочке немного, теперь уже можно и позагорать уже,
на такой довольной штуке. Вот. Надул, поплыл. Далеко не поплыли, а на болоте поплавать самое то. Чуть-чуть это, за два дня вырос немного, но это, на рыбалке это норма, так что. На рыбалку мы всегда бритвы не берем, вот, а плаваем чисто так вот. Загораем, отдыхаем, принимаем солнечные ванны. Солнечные ванны. Красота, вот лилии растут здесь вот, только распускается. Вот. Хорошо. У нас старые доты какие-то со времен еще постройки здесь, когда были финские земли, скорее всего какие-то или оборонительные. Здесь по всему берегу идет вот. А здесь именно самое интересное, что у них везде было соединение с островами. Раз остров, два, три, везде можно было проходить, везде такие большие камни вот. Идут везде, что там, что здесь, вот, везде вот. Там Топонет у нас в фильме снимался. Национальность русской охоты в той беседочке. Тоже везде камни. Металл какой-то еще остался. Не знаю, чего это такое. Понятно, то ли какие-то гильзы. Постоянно здесь по берегам растет шипоник. Видимо, здесь сажали его, видимо. И он растет. Пахнет вкусно вообще. Запахи какие. Пусть кустики какие красивые. Шипончик. Запахи. Да. Доты. 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 Остались. Доты. Здесь, скорее всего, вход или здесь окна были. Здесь, а здесь работали. Да, вид открывается здесь, конечно, хороший. Бригада. Бригада рыбаков вышла за хищной рыбой. Хищной рыбой. Да кого собрался ловить там, Андрюха? У него, говорит, ботинки сносились, крокодилу надо, крокодилю позу. Камаз сказал, то, что сегодня нету рыбы, она ушла туда, на кордон дальше. Ладно. Ну все, по-любому сегодня что-то поймет. Что-то сегодня он поймает у нас, Андрюха. Что-то хапнет. О, смотри, взял. Сейчас, давай, давай, давай. Сейчас мы это, щука, да? О, все, ушла. Что-то есть. О, видишь, как? Вот вечером она видит. Видишь, как эту банку взяла?
Заплыл это, траву, место хорошее. Ага, щука взяла. Это банка опять. Слушай, у меня тоже много раз такими слышишь. Сейчас пойдешь по этой гряде, у тебя тоже будет там. Все, обрыв. Банка. Камнями сразу хапают. Да. И вот здесь щука не доезжает. Вот отсюда до камней берет щука. Вот здесь идите. Вот здесь. Да, вот здесь вот. Вот так вот, Андрюха, бери, кидай где-то, иди прямо вот от камней, что метров 10. Не, это далеко. Иди туда, вот от камней метров 5-10. Иди так вот. Здесь в этот момент у нас проклевалась щука, вот здесь вот. А от камней я кушал. Ближе надо было, да? Или может весь не тот, балансир не тот. Что, на одежду что-то возьмет? Ты ближе к берегу. Ближе, Андрюх, к берегу там это. Там стучит. Постоянно. Здесь далеко. Берег, что?
я хрен. Мужики, здорово! Слушайте, вы Кузьмича не видали здесь, а? Кузьмича не видали, потеряли, ушел куда-то. Ушел в магазин куда-то, не можем найти еще. Не видели, нет? Кузьмича не видали здесь, а? Да, а то ушел куда-то, все найти не можем. Красота вообще, прям солнце прям, просто смотри туда, просто. Ох, красота! Сейчас судачок у нас будет брать.
Смотри, видишь, там у нас посередине камень. А? Камешек маленький посередине, видишь там? Между двумя большими, там. Видишь? Видишь, да? А, вот там, который бывает. Да. Вот это, Миша, да, конечно. Ну вот, ты вот видишь, где вон там, где волна прохлебывается где-то там. Да. Вот, вот, вот. Хорошо видно. Или тебе плохо в очках видно? Я-то вижу, но я... Отражение, да, вот так слепит? Блеск, блеск.
прикольно, да? Качать. Ах. Кузьмич! Да, давай вот так вот мы пойдем вот и до самого берега туда уже на выход уже. Пройдемся, посмотрим, как это будет. Включил. Потихоньку подтягивай. Наша взяла. Вот мы взяли. Наша взяла здесь, да, Алексей? Глуши его. Все. Вот мы поймали, на ушицу вечерний поймали. Хорошо. Надо когда брать этот, чтобы эти щипчики. Ну, понял, да, чтобы это пинцетики берешь, чтобы эти зубы. Так. Давай еще их половим. Сейчас, сейчас, сейчас возьму. Вот, вот, судачок взял. Небольшой, но хороший. Отлично. У Алексея поднимается настроение. Молодец вообще. Вот это рыбка, молодцы. Бежал, ну вот. О, бежал. Что такое большое? Машина, да? Такое, да, все, бежал большой. Антон, тебе подарок. Иди.
мире животных сегодня. Вон сидят кто-то так, вышли все.